Всем привет, ребята, мы на Камчатке. Несмотря на то, что я приезжаю сюда уже третий или четвертый раз, никак не могу привыкнуть к этому летнему холоду. Сейчас конец июня, и здесь реальный дубак, градусов 8. Я в шапке, в куртке и реально замерзаю. Нужна теплая одежда. Конечно, мы прилетели сюда для того, чтобы половить лосося. Будем делать это совсем скоро, буквально дня через 3. Отправимся ловить чавычу на базу Big River. Ну а пока у нас в планах серфинг, горы и еще какой-то трэш, не помню. В общем, начинаем привыкать к этому суровому климату и заниматься всем, чем запланировали. Кажется, у нас сегодня серфинг, завтра каякинг, послезавтра вулканы. Собственно, этим и займемся. Смотрите, до встречи. Никита, а что у вас летом, Никит? Лето у нас середина июля, август. То есть просто не наступило еще, да? Ну сейчас такая хорошая весна пошла. Ага, только весна началась, 25 июня, как раз пора. Ну, примерно, может, недели 3 назад это все резко распустилось. Ничего себе. Ну мы же не дикари, у нас нормально все. Не, я верю. Думают, что мы тут на оленях упряжках. Большинство людей, я уверен, так и собственно, и предполагают. И медведи по дорогам ходят. Конечно. Ну, а медведи у вас есть, реально, кстати, ходят. Вот у нас дорог нет. Они бы рады, да, но приходится просто блуждать. У вас, мне кажется, как у тюлени, просто шерсть вырастает на зиме. И подкожный слой жира еще должен быть. Так, давайте рассказывайте, что здесь. Ух ты! Вот знаете, всегда вот все настроение определяет нюансы. Вот такие цветочки милые. Это же, ну, супер, правда? Это супер, конечно. Здесь можно попить чай, кофе, здесь посидеть, поесть. Здесь просто отдохнуть, балансборды. Еще есть диван более сдутый для тех, кто любит более сдутые диваны. На низком флоу, на низком флексе, кто любит писаться. Yes, знаешь, у меня друзья говорят все время такие, там, ты спрашиваешь, эй, ребят, как у вас дела? Они говорят, I'm flexible. И вот, да-да-да, это как раз для таких людей. Окей. Но жить вы будете в другом месте. Хопс. В одном из этих домиков, в каком, мы пока вам не скажем, в 2 часа мы вас туда заселим. В какой-то шатер. В какой-то из этих, мы их называем типи. Если вы вдруг решите посетить... А кто-то из вас серфить собирается? Да, это я. Да, здесь. Человек, который много ест именно для этого. Раздевалка. Хорошо, человек, который много ест. И там даже есть душ. Вот там, да? Да, он спрятан пока. Ну, мы его не показываем всем, да? Только... Только тем, кто будет серфить? Да. Класс! Да ладно! Ты вылез из воды, брат! Где твои ласты? Мех! Покажи мне мех! Мне все говорили, что здесь на Камчатке все носят гидрокостюм с мехом. С вентиляцией? Ничего себе, а! Слушай, сколько вода сегодня? 4? Градуса? Не знаю, мне все равно. Достойный ответ! Блин, я вот что-то очкую. Слайк. Ты не бойся. Все нормально. Нормально? Отвечаешь. Бодрый и весел, даже загорел. Вот сейчас, ребята, мы увидим океан. Океан всегда вштыривает. Это не передать словами, это просто нужно ощутить. Я помню, как мой друг Костя, когда впервые увидел вот эту мощь, он залип и стоял полчаса, просто смотрел. Просто смотрел на это. Ну, здравствуй, мой хороший. Мы приехали. Киты на большой черепахе. А земля плоская. Точно? Конечно. Ну, я подозревала, потому что, ну, вот смотришь, ты бы видел, да, закругление? Конечно, это же так просто и очевидно. Нам просто рассказывают сказки. Конечно. А вот эти съемки с космоса, это просто напиши. Конечно, 100%. На GoPro-шку снимают, а вот все.
Лодка готова. Все, Андрей Михайлович, погнали переодеваться. Обувь прошла. Так просто не докопаться. Так, не надо, одеть просто другую майку. Жарко. Вчера я буду кричать. Это что, как думаешь? Ночничок? Вероятно. Вряд ли здесь есть какое-то большое количество комаров, которые будут мешать нам. Я думаю, здесь вообще нет комаров. Здесь вообще никого нет, кроме серферов и нас. Но их тоже нет, мы же их нельзя не видим. Нельзя забывать, медведи здесь везде. Нет, мы их не видим. Но они есть. Нет, существует только то, что ты можешь потрогать и увидеть, конечно. Ты поклонник Фрэнсиса Бэкона? Да. А так, ну, медведей нет. Вот кухарка Ольга на Амуре, для нее медведь есть. Она его видела. Поверь мне, я тоже видел. И для меня они есть. Но они есть для тебя там, но не здесь. Ладно, пошли кататься. Классно у нас жилье, да? Да. Жилье просто супер. Если не хватит денег на квартиру, в следующем году построить такой же в Белграде. Привезу туда семью. Куплю как сам. Раз, видишь, трехместная. Да, как раз трехместная. Ковер офигенный, мне очень нравится. Вообще все зачетно. И печурка. Сюда поставим, которая будет смотреть на меня, а на грудь повесим, которая будет смотреть вперед, да? Короче, моя синяя малышка сейчас поедет знакомиться с Тихим океаном. Голову не отрезает? Самая интересная тема, которую мы с Андреем Михайловичем обсуждаем, как быстро меня замесит в этих волнах. И что будет дальше? Добрые серферы дали два лиша, которыми я привяжу каяк себе и весло к каяку. Но, судя вот по этому прибою, а это на секундочку Тихий океан, меня замесит довольно быстро. Поэтому я тебе отдам все твои вещи. Если что, мы найдем, где тебя прикопать. Да, и завещаю тебе свой ужин. Отлично. Ну все, поехали. Давай, моя синяя малышка. Прокати меня в Тихом океане! Давай, якорись! Ребят, я не знаю, как вам передать эти эмоции. Я вижу вулканы, вижу прибой, который я только что прошел. Вижу океан, открытый океан, где только что я видел нерпу.
Блин, это происходит со мной, я не верю в это. Я никогда не мог представить себе, что мне доведется каячить в Тихом океане, на Камчатке. И вот я делаю это. Мечты сбываются. И это очень круто. Как тебя зовут, малышка? Что ты здесь делаешь, а? Прям в прибое. Может, подберем ее, а? Ну что ты? Ну что ты, моя хорошая? Что? Давай я тебя на берег отвезу, а? Давай? Давай, сиди здесь. Сиди у меня здесь, ладно? Все, сейчас на берег поедем. Сиди, моя хорошая, сиди здесь. Тебе хорошо будет. Вау! 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 Вот это да! Тебя просто несет. А там идет. Ребята, там. Мамочки, мамочки мои, нет! Нет! Настолько все серьезно, что даже съемка идет. Конечно. Проживание, считаю, вам со скидкой 1500 за проживание. С еды за еду, с вас ни за один прием пищи не берем. Почему? Ну, потому что вы накормили весь лагерь, себя, нас. Замечательно мы с вами провели время. Будем рады, если вы приедете к нам еще. Хорошо, и, я на пенсии могу у вас работать сторожем. Да? Да. Только бороду посерьезнее надо. Я буду работать над этим. Как только она у меня отрастет такая, сразу прием. Хорошо, договорились. 3500 рублей урок серфинга, 2000 трансфер. Итого у нас что получается? 1500 проживания, 3500 урок серфинга, да? Это 4-5 тысяч рублей. 2000 трансфер, 7 тысяч рублей. Спасибо большое. Вам спасибо. Вы очень классные ребята. Приезжайте еще обязательно. Мы будем рады вас видеть. Ты научишь меня коленному стилю, скажешь? Ты уже научился. Да. Первые шаги к коленному стилю положены. Потом, если захочешь переучиться, уже поздно. Стиль святой мастер, я буду осваивать. Ну, давайте, что ли, обниматься, да? Да, наполни сердце любовью. Спасибо большое за приют. Очень приятно было с вами познакомиться, да, взаимно.
Ну, Андрей, с тобой тоже давай обниматься. Всегда обнимите его, он так это любит. Все, до свидания. Пока, душа моя. Тоже будет послушайте. Да, хорошо. Тебе там удачи на новой работе, все такое. Ребят, пока. А я лично историю. Первый раз встречал профессоры. Хотел поговорить. Да, будем на связи, если это будет полезно. Давай у нас кончится вечерка. Спасибо. Хорошо. Все, всем пока. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, ребят. Да. И вы счастливы! Пока. Адреналин еще вообще нереальный. Хочу жить на океане. И чтобы рядом Волга текла. Можно так, чтобы океан, а здесь Волга. Если такое место найдете, звоните. Сразу перееду.